В гимназии номер 16 прошло торжественное вручение первых паспортов гражданина Российской Федерации. Я очень рада, что я получила свой первый паспорт. Я это ждала. А на мне теперь больше ответственности, и я являюсь как официальный гражданин страны. В городском округе Люберцы торжественное вручение паспортов проводят регулярно. Свой первый важный документ получили 12 юношей и девушек из гимназии номер 16. С этим знаменательным событием учеников поздравил глава Владимир Волков. На самом деле, это в первую очередь очень серьезная ответственность. И вы становитесь уже полноправными гражданами. Вы несете всю ответственность, связанную с тем, что вы взрослые люди. И, конечно, к этому нужно относиться очень серьезно. Вы граждане той самой великой страны, и я с этим вас поздравляю.